Двое малолетних детей утонули в колодце во дворе дома в Западно-Казахстанской области. ЧП произошло в зимовке Шошай в Жангалинском районе. Трехлетняя девочка и годовалый мальчик из одной семьи упали в трехметровый колодец. По факту гибели детей назначена судмедэкспертиза. Такие случаи у нас и в прошлом году, и в 2017 году имело место быть. Уважаемые жители, просим детей не оставлять без присмотра родителей и взрослых. У нас еще к этому и выпадение из окон есть случаи. В Актюбинской области браконьеры отстреляли 70 сайгаков. Задержанные промышляли продажей рогов краснокнижных животных. Подозреваемых четверо. Все они ранее судимы. Двое из задержанных – руководители крестьянских хозяйств. У любителей незаконной охоты изъяли 135 сайгачьих рогов и 11 ручных весов. Кроме того, в доме у одного из них в ходе обыска нашли незарегистрированное ружье, а в хозпостройке полицейские обнаружили две туши сайгаков и живого дикого кабана. 19 кустов конопли вырастил житель Уланского района Восточного Казахстана. Выйти на след садовода-нелегала полицейским удалось в ходе очередного оперативно-профилактического мероприятия. При обыске на дачном участке полицейские обнаружили высушенную и готовую к употреблению марихуану. Общий вес конфиската превысил 12 килограммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Общий вес изъятых наркосодержащих растений и высушенной марихуаны составляет свыше 12 килограмм. Досудебное расследование в отношении подозреваемого продолжается. Его действия квалифицированы по статьям 296, части 4 и 300 Уголовного кодекса, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.